Прелюдия к основным конкурсам – выставка произведений кулинарного мастерства. Тема домашнего задания – особенная – Олимпиада в Сочи. Руководители ТОС просто обязаны быть отличными хозяюшками. Без этого порядок и на кухне, и на веренной территории не наведешь. В конкурсе прикладного творчества самый богатый экспонатами стенд оформил Приморский сельский округ. Это декупаж, техника в стиле декупаж, а красоту руками. Как вы этому где научились, откуда вы берете тему? Все сама, все поля интернета и фантазия. Ну, как бы, это картинка из журнала просто. Визитную карточку, второй по счету конкурс в стиле КВН, посмеяться над недостатками и проблемами ЖКХ удачно показал квартальный комитет номер 29. Домовой комитет номер 15 представил музыкальную визитную карточку. Шуточные частушки-балачки в исполнении соседок по лестничной клетке Никаноровны и Христофоровны. В списке договор и справки, все дела на перечет, документы все в порядке. И Григорий мне почет. А финансы где берет Никаноровна? К депутатам есть подход, Христофоровна. Самая представительная визитная карточка, как признала жюри, была у Приморского сельского округа. Группа поддержки председателя квартального комитета номер 135 Валерия Тиунова сымитировала открытие Олимпиады. По итогам трех конкурсов – прикладного, визитной карточки и музыкального – на первое место вышел Приморский сельский округ. Второе и третье места – у ТОСов номер 15 и 38. Лариса Басова, Вадим Родин, Анапа регион.